Да. Как пожелаешь. И что же тебе понадобилось? Я тень за твоей спиной. Чем могу помочь? Ну что, нашлись какие-нибудь улики в особняке Северинов? Значит, мы их прищучили, наконец.
Остается только схватить их и передать правосудию. Конечно, Синдири. Что тебя беспокоит? Ладно. Я собираюсь послать двух лучших ридоранских стражников, чтобы обезвредить их. И прошу тебя помочь в этом, чем сможешь. Я поговорю с Гарином. Подумаем, нельзя ли в этом сезоне. Если хоть один из этих негодных Лалу ускользнет, они попытаются убить не только советника Марвейна. Я боюсь, что в этом из-за тебя рухнули их планы. Так что они не успокоятся, пока тебя не выследят. Настало время сразиться с ними и покончить с этим. Сделай, что должно. Мы не можем позволить этим предателям ускользнуть. Пепельная крепость заброшена уже много лет. Нужно быть готовым к чему угодно. В последний раз, когда я плавал на корабле Гьялунда, меня потом еще не... Хочешь отправиться в Виндхельм? То, что мы вспоминаем.
Так и есть. Кто-нибудь есть?
Тут беда прямо в воздухе висит. Thank you.
гражданин. Сколько еще ты собираешься работать его щитом, Адрил? Совет Аридорана поручил мне охрану Лирила, и я выполняю это поручение с честью вот уже больше 100 лет. Он мне практически как брат. Мы все обязаны ему жизнью. И вдруг я его брошу? Прости, любовь моя. Все дело в этом острове. С тех пор, как мы уехали из Варденфелла, все пошло не так, как будто от меня отрезали часть. Все данмеры оставляют часть себя, когда покидают родину. И все, что мы можем сделать, как-то жить с тем, что осталось. Ну что там? Удалось тебе выследить Виндила? Выкладывай. Значит, все кончено, наконец. А что с ридоранскими стражниками, которых я отправил помогать тебе? Проклятье! Я надеялся защитить наших людей, отправив их туда. Не думал, что будут потери. Подумать только, что Виндил мог пасть так низко и нанять этих мясников. Хорошо, что он убит. Чудесно. Просто чудесно. Советник Марвейн будет рад услышать об этом. Следуй за мной. Я отведу тебя к советнику, можешь поговорить с ним лично. Можно, советник Марвейн? У меня чудесные новости. Адрил, я так давно не видел улыбки на твоем лице. Кое-кому удалось единолично разобраться с опасностью, которая грозила твоей жизни. Виндил Телису и Мири Северин оказались не теми, за кого себя выдавали. Боюсь, они прибыли сюда, чтобы отомстить за смерть Велура Улена. Виндил? Но он же так много сделал для Вороньей Скалы. Как такое могло случиться? Они специально хотели втереться к нам в доверие, советник. Они обманули нас всех. Надо было быть мне бдительнее. Прости. Не говори так. Это не твоя вина, старый друг. А ты... Шаг вперед. По-моему, то, что тебе советник удалось Марвейн сделать для меня, поговорить. Для всей Вороньей Скалы, это куда больше, чем можно было ожидать от приезжего. Прими мою глубочайшую благодарность. Далее. Я уверен, что Адрил уже приготовил для тебя соответствующее твоим заслугам вознаграждение. Но мне кажется, что горстки монет явно недостаточно. Я решил предложить тебе нечто более существенное. Поскольку семейство Северин, или кто они там были, оказались преступниками, собственность у них теперь изъята. Как советник, я жалую тебе поместье Северин и все, что к нему прилагается. Ты по праву получаешь гражданство, и я надеюсь, что ты останешься с нами как член нашей общины. Благодаря твоему открытию шахты вновь работают, и добыча эбонита возобновилась. Я бесконечно благодарен тебе, друг мой.